суета, есть я и ты, а все, что кроет, легко уладить с помощью зонта. Мы продолжаем нашу поздравительную открытку. И следующее поздравление, номер 119, летит к жарким побережьям Гоа. Дорогие Анна и Антон, два любящих сердца, от всей души поздравляем вас с днем вашего рождения. Желаю счастья, любви, долгих лет семейной жизни. Ваши друзья дарят вам следующий музыкальный подарок. Они все кайфуют, родились в один день и в Гоа зимуют. Дома не бывают, но как снимают, Инстаграм и сайты интересуют. Уехали с прохлады, но кешем не забыть. Пока в Крыму не важно и лучше там тусить. Антон в Гоа, это причина веская. Слышь, вы че такие дерзкие, а? По миру, не домашние вы совсем. И все время изучая счастье, улыбайтесь соцсети. В универах вы не учились, но известными стали всем. Где снимать так научились? Слышь, вы че такие профи, а? Мамой, папой давно уж стали, возмужали пацаны. И по джунглям рассекают, без избокса сидят они. И уроки решают верно, и причина есть веская. Воспитали вы их отменно, слышь, вы чё такие примерные, а? Рядом с вами профи, станет даже дед. Лайков не хватит, оценить ваш дуэт. Успеха в бизнесе, бабла, новых побед. Пришлось взять у соседей черный пистолет. Пришлось неделю слушать этот бит. Скорее б март настал, народ уже не спит. Один вопрос, раз вы причина веская, слышь, вы че такие дерзкие, а?